нас. Да, сегодня мы открываем... Мега! Адвент-календарь! Ты знаешь, что такое адвент-календарь? Это значит Christmas Lego. Вот, давай покажешь. Адвент-календарь! Да, помнишь, мы с тобой открывали такой календарь? Там, где каждый день до Крисмаса была шоколадка, помнишь? Да. А вот в этом комплекте у нас не шоколадки, а маленькие лего-конструкторы. Вот. Как классно. Там, короче, вот смотри, Жень, видишь? Поезд. Там, да. Короче, поезд. Там такой календарь, а внутри всякие маленькие человечки из Лего-Сити. Вот. Давай откроем. Давай откроем. Распечатаем. Давай, я тебе помогу. Ладно, здесь липка лет, здесь скотч опять. Вот, открываем. Ты что, долго? Давай. Вау! Что это такое? Ой, что там выпало? Ой, что уже выпало? Подожди. Жень, подожди. Ой, мы неправильно сделали. Ой, мы все сломали. Нельзя ее открывать, оказывается. Вот, мы наконец с Женей поняли, что нельзя коробку открывать-то. Нужно открывать вот здесь. А мы с тобой это где открывали? То есть нам нужно вот здесь подрезать, я так понимаю. Скотч, вот. Вроде бы, я не знаю, я уже теперь боюсь. Ой! О, вот оно! Вау! Смотрите! Посмотри, Жень! То есть это получается Лего-город вон там. Видишь, город какой? А что внутри? А внутри вот, вот. Смотри, Жень, вот здесь такой, ну-ка, пойдем сюда, вот, видишь, это Лего-город, вот здесь. А в каждой вот этой ячейке, на каждый день до Крисмаса в декабре, там будет какой-то подарок, Жень. Да, там какой-то из Лего-подарок, а потом мы будем открывать, доставать оттуда подарок. Мы сейчас все откроем 24 или 23 подарка, сколько там их? 24. То есть там 24 дня. 24 дня подарков, и мы сейчас все их откроем. Да. Класс. Все. Хочешь все открыть? Да. Зачем нам ждать, да? Сегодня же уже Крисмас, поэтому мы открываем все сразу, чтобы было так веселей, чтобы отметить этот праздник рождественский, новозеландский, американский, да. Не русский Крисмас. Английский. Ну, английский Крисмас, да. Это же не русское Рождество. Но это тоже весело отметить, потому что на Зеландии все время дарят очень много подарков на Крисмас. Да. И мы тоже будем дарить подарки. Я тебе помогу открыть. Давай. Так, давай так, покажем всем, с какого дня мы начинаем. С какого номера? Номер один. Вот. Нашел? Да. Покажи все. Вот. Номер один. Открывай. Давайте я помогу, тебе покажу, как открывать. Открываем номер один. И что у нас? Ну-ка, доставай. Вы все видели, что у нас? Опа! У нас первое лего. Первый комплект. О, какие они маленькие кусочки, женюсь. Это не то, что у нас лего. Это смотри, какие маленькие. Ну что, мы открыли номер один. Что у нас попалось? Покажи. Машинки. Машинки. Радио... На радиоуправление, машинки. У нас получилось... Давай покажу. Вот такая зелененькая машинка. А покажи мне красную, Жень. И вот такая вот красная машинка. А еще там два пультика. Покажи пультики. Вот там вот такие вот пультики к этим машинкам. Зелененький пульт. И еще какой? Красный. Ага. И вот у нас красный пульт. И находим номер два. Давай. О, номер два. Открывай. Что у нас? Покажи. Да. Что это? Похоже на какую-то елочку там. Да. Что это такое? Ну-ка давай. Сможешь открыть пакет? Вот такой человечек должен получиться. Вот он на картинке. Такой зимний с фотоаппаратом и еще с чем-то непонятно. Ну-ка, что у нас там? На стол. Давай. Ну-ка. А теперь вот это можно собирать. Ну что, тебе помочь?
У нас получился вот такой маленький человечек. Такой зимний человечек. Вот, у него фотоаппарат и кренделёк. Теперь мы открываем три. Вот такой. А теперь открываем номер три. Давай и открываем номер три. 3 декабря. Где у нас? Во. О, молодец. Что у нас там? Ну-ка, доставай. О, что это? Собачка какая-то? Ласка. Тоже не туда. Ой, мы все перепутали, сына. Это вообще не то. Собачка. Открываем номер три. А вместо вот такой штучки у нас почему-то собаки какие-то. Мы все перепутали. Давай кладем обратно. И открываем номер 4. А где 4? Где же 4? Ищи 4. 4. Ясно. Доставай, что у нас? Похоже, да, вроде? Вроде похоже. А что это? Непонятно. Это какая-то... Я не знаю, что это. Открой мне. Так. Вот такой вот мешочек у нас, и непонятно, что это будет. У бабы с дедом секрет. Давай откроем и посмотрим, что получится. Я не знаю, что это вообще. А я знаю, что это. Что это, думаешь, на картинке? Я думаю, это елка будет. Елка? Что-то не похоже на елку. Может, тут есть где-то загадки? Может, где кофе наливают? Может, это как бы чашка кофе и горячего шоколада, может быть? Такой маленький прилавок. Я не знаю, какой-то, может, магазинчик маленький. У нас получился вот такой вот. Не знаю, что это. Не уверена. Может... Это номер 4. Это номер 4 мы открыли. Там, короче, какая-то, может быть, кружечка, может, горячего шоколада или что-то такое. Если вы знаете что-то такое, пожалуйста, прокомментируйте, а то мы что-то отстаем немного. Вот такая вот штука. Открываем. 5. Открываем. Ой, открывай. Там хорошо. И что у нас? Покажи, что мешочек правильный. Что на картинке на нас нарисовано? Что на картинке нарисовано? Давай посмотрим. Номер 5. О, вроде похоже. Вот такая у нас картинка. Это самолет, Джейн. Это похоже самолет будет, да? Лежу, чтобы там летал и крутился. Да, покажи, как у нас получился самолет. Мы собрали номер 5, и у нас получился... Покажи, какой самолетик получился. Классный. Вау! Давай. Приземлился. И что у нас? Вот это. О, похоже на картиночку? Да, похоже, да. Там желтая и черненькая. У нас такая вот картинка. Ой, такой вот мешочек с желтыми и черными кусочками лего. Будем сейчас собирать. У нас должно что получиться, Жень? Это поезд. Должно получиться. О, на самом деле какой-то паровозик, да, маленький? Паровозик должен получиться, Жень. Да. Круто. Давай соберем. Получился что у нас получилось, Женечка? Бульдозер. У нас получился бульдозер какой-то больше, мне кажется. И он почему-то еще вот заводной. Опять сломался пьяство. Вот такой получился такой хорошенький, такой бульдозер, который даже заводится почему-то сзади. Такой, он, наверное, игрушечный бульдозер, да? Это не настоящий, это, наверное, просто игрушечный, потому что у него вон, он там заводится. Ну что, Женя, открываем остальное? Мы продолжаем открытие нашего календаря. Нет, мама. Лего. Дед Мороз. Там где-то должен быть Дед Мороз. 7 Дед Мороз. Там где-то Дед Мороз? Давай посмотрим. Думаешь, он номер 7? Да. Давай откроем. Номер 7. Номер 7. Ну-ка. А нет, там не Дед Мороз. А что там? Давай посмотрим. Не Дед Мороз. Там не Дед Мороз. Зато там, смотри, какой-то мальчик. Ну-ка посмотрим, что у нас. Я хочу открывать мальчик. Я хочу открыть Дед Мороз. Давай номер 8 проверим. Где у нас 8? Просто номер 8. Ой. Я найду номер 8. Что это? Дед Мороз? Там кто?
розами идет. Какая-то елочка? Там тоже не Дед Мороз. Это елочка какая-то, видимо. Там тоже не Дед Мороз. Тоже не Дед Мороз. А 9 попробуем. Да. Дед Мороз? Да. Что это? Что красненькое? Дед Мороз красный. Это может быть, да, что-то похожее? Это красный Дед Мороз. Давай вот это соберем. Да. Давай. Это может быть красный Дед Мороз. У нас должна получиться вот такая вот штучка. А что это? Жень, что ты думаешь? Что это такое? Дед Мороз. Вот это что? Я половину вещей вообще не понимаю, что это. Это может быть Дед Мороз. Давай соберем посуду. А, это может быть такое кресло для Деда Мороза. Ну что, Жень, на самом деле у нас получился стул для Деда Мороза. Давай посмотрим. Скажи. Вот такой стульчик. Мы сюда будем нашего Деда Мороза садить. Да. Да? Ну что, мы собрали ему кресло, теперь нам нужно найти Деда Мороза. Да. Так, где у нас номер 10? Вот. Номер... О, ты быстро нашел. Давайте помогу. Открываем. Что это такое? Это тоже не Дед Мороз. А что это? Покажи. Покажи, Жень. Это не Дед Мороз. Это елка, наверное, новогодняя. Жень, я вижу, она такая зеленая. Дед Морозу же нужна елка. Куда он подарки будет ложить? Давай соберем эту елку. Номер 11 открывай. Что у нас там? Ну-ка. Что это такое? Это тоже не Дед Покажи. Мороз. Тоже Дед Мороз. Да что такое? Это у нас такие вот кусочки. А что это будет, интересно? Это будет конфеты. Давай соберем конфеты. Давай конфеты соберем. Соберем? Ну, давай соберем конфеты на Дед Мороза. Это, видимо, похоже на подарки у нас получается. Я думала, это конфеты, они вот подарки. Это вот. Один подарочек мы сделали, а сейчас мы собираем второй, да? Вот такой. И что нам нужно еще? Что там еще на подарочке? Сверху должен быть бантик. Давай бантик. Я сделала бантик. Да, давай. Видишь, как там бантик синий сверху? Давай. И теперь нам бантик сюда. Сверху. Одевай. Очки. Опа! Эти тиски куда? И готово. А эти тиски куда? А эти, наверное, просто это ненужные. Все, что ненужное, мы складываем в этот мешочек. Да. Я сначала думала, такие конфеты есть такие. Знаешь, вот такие конфеты есть? Квадратники разноцветные. Но теперь я думаю, это подарки. Хотя я не уверена. Скорее всего, это подарки от Деда Мороза. Вот его кресло. Вот Деда Мороза кресло. Он будет там сидеть. А вот здесь будут подарки. Итак... Открываем. Следующий почему-то 15. Женя захотела открыть номер 15. Да, думаю, там. Там, думаешь, Дед Мороз. У тебя предчувствие, да, какое-то? И у нас там... Дед Мороз. Правда? Да. Что это? Дед Мороз. А мне кажется, какая-то машина. Не, мне кажется, это ну-ка. Дед Мороз. Давай посмотрим, что там у нас нарисовано. Точно, это машина Дед Мороза, Жень. Ну что? Женя устала открывать игрушки, поэтому я буду следующие игрушки открывать сама и вам показывать. Хорошо? А мы с вами прощаемся. Женя, скажи пока. До скорой встречи. С наступающим Новым годом! Пока! Подписывайся на канал Тимбин ТВ. Пока-пока!